Здравствуйте. Досрочно решил отснять ролик эксперимента с тюльпанами. Как видите, березовый квас пытается окончательно съесть тюльпан. Он просто его поедает. В воде нормально выглядит. В фанте тоже пока нормально, но мне кажется, фанта плохо влияет. Вот здесь поживее, мне кажется, в воде, которая стоит. Ну, пока пускай стоят. Глазика по-прежнему стоит и не осыпается. Вроде высохло их. Держатся лепестки. Рост в средней части отростков потихонечку увеличивается. Будем до конца следить, чем закончатся отростки эти, что они выдадут. До свидания. До следующего включения. Это будет в понедельник включение. То есть послезавтра. Я думаю, к тому времени квас окончательно съест тюльпан. Что тут у нас нового? Ну, видите, что? Съедает его. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.